Что творишь ты, хлебороб, а? Что тебе больно? Сейчас я тебе покажу, что будет. Ну что? Иди сюда, а? Иди, иди. Сюрприз. Сюрприз. Да здравствует сюрприз. 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 Да здравствует сюрприз. Егор Алексеевич. Егор Алексеевич. На минутку, кто вы? И там... И, конечно, увеличится зеваемость, и скучаемость заполнит мироздание. А мы бросали сухий вызов, потому что потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому. Пусть удачи, не удачи, пусть полеты вверх и вниз. Кустанай из ваших никого не было? Какой там Кустанай? Тут шли все мои. О, тут на погосте лежат. Ты знаешь, разве что прадед нашкодил. Егор Алексеевич, поехали, машина на ходу. Это тебе. Ну что, получается так, что мы не родственники? Получается так! Егор Алексеевич, ну поехали, от губернатора звонили. Ну, бывай, чудо природы. Бывай. А вертолеты нам очень нужны. Если ты еще не понял, я повторю. Тендер ты уже проиграл, хотя его еще и не было. А кто же тогда выиграл? А выиграл его Потапов Василий Васильевич. Смотри, какие красавцы. Matsumoto Motors, Япония. Хорошо, я тогда, пожалуй, пойду. Значит так, Егор, у нас тендер. На тендере кто должны быть? Правильно, соперники. Так вот, ты соперник. Москвичи из министерства приедут туда-сюда. Ну, ты же меня понимаешь, а? Деньги-то федеральные. Вот федералы пусть приедут и посмотрят, как будто бы на корриду попали. А мы тебе тут планчик написали, а? Так сказать, сценарий на ближайшие дни. Вот смотри. Завтра встреча японской делегации. Приезд тендерной комиссии. Фуршет. Быть в смокинге и с супругой. Всего-то 3 дня позора и по домам. Эй, Егор! И прошу тебя без фокусов. Ваня! Чего? Танюша! Привет, медведь! Да, председатель кричит. Да? Если через 5 минут тебя не будет, то все. Конец. Волосы на голове рвет, копытом бьет. Понятно. Пар в ноздре идет. Сразу видно, огорчен. Ясно. Скажи ему, я сейчас дрова отвезу и... Поле. А ты что, Никитич? Ну, я уж полгода обещал.
Ваня. Ой, спасибо, Ванюша. Ох, надо же. Молодец-то какой. Ой. На ногах, а я у ваших ног гостинцами. Тихо-тихо. Чего так долго-то? Выращивалась, что ли? Вот делаешь добро людям, они еще и злятся. Я тебе пойду-то поставлю в кабину самогоночку. Нет, не надо. Не надо, не надо, не надо. Здесь оставь ее. Разгружай, не отвлекайся. Не ходи туда, Никита, что не надо. Я говорил, не надо ходить, не надо смотреть. Что? Ваня, что ж ты наделал, извек? Единственный трактор был в деревне, и тот сломал. Ты... Ой, да что же, как мы жить-то будем? Мы же с голоду помрем, по миру пойдем, что Ваня. Починю я все это. Не надо крика. Загубил технику и хочешь, чтобы я молчала, да? Ты почему, подлец, не на поле, а? Никитошна, ты что шумишь? Он всю деревню на голодную смерть обрек. А что такого-то? Что же это подается восстановлению? Без паники! Все это восстановимо! Это последняя техника! Как у тебя только руки-то поднялись, а? Ну-ка дай сюда! Ты хуже Гитлера, зараза! В общем-то, все просто. Есть три ударных мероприятия. Пресс-конференция с фуршетом, ТВ-дебаты, испытания в поле. Ничего, этого я делать не буду. Куда ж деваться-то, Егор Алексеевич? Некуда. Все-таки сам губернатор просил. И меня любой суд оправдает. Говорила я тебе, а? А что это ты так рано? Что-нибудь случилось? Ничего не случилось, просто решил отдохнуть. Что-то не похоже на тебя.
Завтра нужно быть при полном параде. Встреча госкомиссии, фуршет. Нужно быть супругой, ты тоже подготовься. Вот здесь все записано. И меня не беспокоить. Знаешь, Будылин, у меня такое ощущение, что я давно для тебя стала предметом туалета. Собрался на прием, одел, пришел домой, снял, бросил куда-то и забыл до следующего мероприятия. Света, это не так. Я и не сомневалась, что ты забудешь. Ты это о чем? Сегодня, Будылин, ровно 5 лет нашей с тобой совместной жизни. Незаконной, правда, но все-таки совместной. С годовщиной? Ну? Любимый. Это на фуршете тебе пригодится, и на него ты пойдешь один. Свет. Блин. Все, бабоньки, все, переучет, все, ну, магазин закрывайте. Все. О, проходим, проходим. Ой, ничего, ой, ничего. Класс, переучет. Людям тоже отдохнуть Вань, надо. Ты, я ничего не поняла, ты что раскомандовался тут? Ты что, начальник, что ли, сам умный тут? Перечет, бабоньки. Дин, ну ты что, нашего бабья не знаешь? Они же поговорить по-человечески не дадут. А я, может, соскучился. Соскучился. Ну? Знаю я, в кому-то соскучился-то. Дин, гадом буду, я к тебе шел. Ко мне? Ты прям прямую, что ли, через речку? Да. Искупался я на скорую руку. Угу. Ерунда, выскнет. Я хотел бутылочку взять. Угу. Тебе пить-то не надоело еще? Надоело, Зинг. Надоело. Но мы с Митричем решили, все, завязываем. Брешешь. Клянусь. Да брешешь. Мы с Митричем решили так. Мы выпить решили за то, чтобы больше не пить. Угу. Ну? 65 рублей. Не знаю. Сдачи не надо. Это тебе. Зинок, ты прелесть. Вань! Туточки. Ну, ты сегодня зайдешь? Зинок. Какая ты? Ты действительно, давай второй, чего 2 раза ходить? Нет, я спросила, ты ко мне зайдешь? Откройте дверь немедленно. Я представитель законной власти. Вань, страшный. Да ты чё? Сейчас вымою дверь. Открывай дверь. Ты говоришь, искупался на скорую руку, да? Зин, спасай. Ну, через крышу давай. Не, там высоко. Трус. Не знаю, ну в подпол давай. Аналитической программы «Ноу-хау» встретятся 2 известных деловых человека нашего края. Егор Будылин, который представит первую разработку своего завода. Компактный, мобильный и, главное, российский вертолет. И Василий Потапов, который расскажет нам о японском конкуренте. Его восточный партнер... Пап, дай, пожалуйста, на мелкие расходы. ...продукцию уже через месяц для нужд нашего края. Чей вертолет лучше? Просто эксплуатации. Спасибо. Кто имеет наибольшие шансы выиграть? Пап, дай, пожалуйста, 1000. Воздушные дороги России. Встретимся здесь, в студии «Ноу-хау», и выясним спасибо. Эту пятницу сразу после программы «Вперед, вверх». Пап, подкинь, пожалуйста, деньжат. Ну, на расходы. Я же только что давал. Когда? Ну, вот только что. Пап, это была Ника. Ну, значит, я ей давал. Когда? Когда? Женя, срочно приезжай ко мне. Представляете такое положение? Все, что будет с вами, знаете заранее. Ни к чему тогда волнение, сомнения. Ванечка. Все на свете предусмотрит расписание. Иди сюда. Нет! Потому что потому...
Тебе сколько раз говорить, чтобы ты от Зинки подальше держался? Дружок. Какой тебе дружок? Я Зинки дружок. Держи его, ребят! Даю установку, как лицо уполномоченное, бить на поражение! Приврите его давай! Сюрприз! Сюрприз! На здравствует сюрприз! 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 На здравствует сюрприз! Предусмотрит расписание гуляемость, предусмотрит повышаемость сознания и, конечно, увеличится зеваемость. И скучаемость заполнит мироздание. А мы бросали звуки вызов, потому что потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому. Будь удачи, не удачи, будь полеты вверх и вниз, только так, а не иначе, только так, а не иначе. Вот он! Сюрприз! Сюрприз! Ну что, значит, это, махнуться на недельку, да? Угу. Видишь ли, Иван, я же не шут гороховый все эти мероприятия отплясывать. Там улыбаться чиновникам, доказывать, делать вид, что борешься. В общем так, Иван, мне отдых, тебе гонорар. Слушай, а что если вот жена твоя, Светка, ну, начнет ко мне, ну, ну, ты понимаешь? Не начнет. У меня с ней в последнее время, не слава богу. У меня с Зинкой та же самая фигня. Ну, только ты сам не думай. Слушай, я отказаться-то могу? Я почему-то так подумал. Ну? $6000. Хорошо. Я что, мог назвать 7? Мог бы, но ведь не назвал. Ну, я так понимаю, согласен? Ай, ти, ее мать, да провались сюда все пропадом. Я так понимаю, это да? Ну да, блин, да. И запомни, я с женой в ссоре, поэтому на диване сплю. А ты на председателя не обижайся. Он мужик хороший, но нервный. А ты во всем слушайся Евгения. Я тебя очень прошу, не подведи меня. А я в деревне на хорошем счету. Ты мне репутацию не испорть. Она мне еще пригодится.
Отель «Хилтон». Минус 5 звезд. Проснулся, сукин кот. А я с утра заскочил полечиться. Гляжу, ты спишь, но я не стал тебя будить. Полечился сам, так сказать, амбулаторно. Митрич. Нет, ёлкин дрын, Владимир Ильич. Ясен пень, я. Ты, Ваня, завязывал пить. Без меня. Нехорошо это. И для здоровья, как видишь, пагубно. Ну, давай. Не-не-не-не. Я с утра не пью. С каких это пор? А? Да, и точно. Почему нет? Тем более я в отпуске. И сегодня на работу не пойдешь. Ну, нет, не пойду. Запей. Пивом. Пиво без водки, как рыба без бородки, правильно? Вчерась, как ты слинял, тут такое началось. Да. Да. Петровна, всем страндеть стало, будто тебя инопланетяне похитили. Дмитрич, какие инопланетяне? Вот, я и говорю, какие инопланетяне. Так что вот, Ванюш, ты внеси ясность, кто это был. Да знакомый один. А ты ядрен батон, откуда у тебя такие знакомые? Давай, 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 колись. Дмитрич, Дмитрич, как на духу, честно. Ничего не помню. Что, не помнишь? Мне этот вчера, вот, сосед. Ну, этот, как его, горбатый. Щербатый.
О, Щербатый, по кумполу приложил? Я только что свое имя вспомнил. Что, совсем ничего не помнишь? Абсолютно. И как ты у меня 100 рублей взял? Я? Взял? Взял. Хм. Не, ну, я взял, отдам. Ну. Да. А. Ну, отдам, отдам. Отдам, ну. Хорошая штука, амнезия. А. Болезнь, да. Штука страшная, но поправимая. А. Для начала. Угу. У нас 2008. Угу. Ты, Иван. Я, Дмитрич. Угу. Давай. Президент Путин. Медведев. Угу. Так. Ну. А, подожди. Итак, наши песни о главном. Последнюю технику, Ванюш, ты утопил. Так что жить тебе осталось недолго. Вся деревня спит и видит, когда тебя инопланетяне назад вернут. Чтобы учинить над тобой справедливую расправу, председатель с сердечным приступом слег. Ну, ты не волнуйся. Его бабы зверобоем отпаивают. Да, Ванюш, натворил ты дело. Ну, Ванька, сукин сын. А ничего, картина. А еще, говорят, у меня рожа протокольная. Папа, папа. Девочки. Дит бонжур, ле фи. А? Ага. Бонжур. И сель ву пле.
Ентень. Красота-то какая. С добрым утром, Будылин. С добрым. Брючки не коротковаты? Нормально, в самый раз. Ваше какое дело? А что это ты мне выкаешь? А что это вы мне тыкаете? Егор, может, хватит поясничать? А никто и это не поясничает. Мерси. Сюрпризы просто неожиданные. Раньше тебе нравились мои неожиданные сюрпризы. Ну, это когда был-то? Да, действительно, теперь уж и не вспомнить. Будылин, ты шел бы оделся, а то застудишь себе что-нибудь. Хорошо. Зинка твоя на работу идет. Да. Все-таки вкус-то у меня есть. Есть, есть. А? Ну? Завтракать давай. Доброе утро, папа. Доброе утро, тетя Света. Да. Доброе. Ника, скорее садись за стол, все ждут только тебя. Я Лика. Я Ника. Я, наверное, так и не научусь вас различать. Ничего, нас даже папа не различает. Правда, пап? Ника, а ты Лика. Морочите голову бегемоту, у него голова большая. Всем приятного аппетита. Спасибо, спасибо. А что это за бодяга? Ну, в том смысле, что завтрак туриста, что ли? Это мюсли. Вы же каждое утро заказывали мюсли. А, ну да, я заказывал. Ну, а теперь все, мое терпение лопнуло. Просто я решил посмотреть, как вы относитесь к отцу в доме. Я вижу, что долгое время вы равнодушно наблюдали, как я давлюсь вот этой гадостью. А мясо в доме есть? О, Господи. Есть. Бекон. А нормального мяса нет? Ну, хорошо, 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 утащите бекон. И водку. Ты уже не знаешь, из чего сделать скандал. Почему-то я не знаю, почему это скандал. Ну что, я не мужик, что ли? Я есть хочу. Ну почему я должен давиться этой гадостью? Правильно, пап, мюсли отстой. Можно мы тоже не будем? Можно. Более того, я вам запрещаю есть эту гадость. Нет! Ну? За знакомство? Шучу. Так, мне Евгений велел передать тебе. Кто велел мне передать? Ну, в смысле, я просил Евгения напомнить, чтобы я тебе сказал. Ну, что ты цепляешься? Я не цепляюсь. Ну, в общем, у нас там официальное свидание. Вот, в это самое, в буржуйском ресторане. Вот, пойдешь? Пойду. Мясо мне в кабинет. А мы с Евгением
за смокингом, чтобы к шести быть как штык. Вика, тебе не кажется, что папка сегодня в ударе? Угу. Такс. Явились. Два молодца одинаковых с лица. Здравствуй, Зина. Здравствуй, Ванечка. Что, с утра уже не хватило? О, прозорливая женщина ты, Зина. За что я уважаю? Ой, Митрич, что бы я делала без твоего уважения? Прям даже не знаю. Зина, в самом деле, может, ты без очереди, а товарищ нам бутылочку, так сказать, по блату. Ты же обещал. Ты же клялся, что больше не пьешь. Вот именно. Когда? Идите в конец очереди, сейчас так по блату отоварю. Шваброй вам по голове и будет до конца жизни меня помнить. Как говорится, баба с воза, таксиста под суд. Чего еще? Пошли, Ваня. Да правильно, Зин, так и. А тебе-то какое дело? Давай, говори, что тебе дальше. Пачку чая. Ну, что ты, я первая была. 78. Следующий. Нам-то хватит. Стоп. Уважаемые односельчане, разрешите мне в качестве компенсации за принесенные сейчас и ранее неудобства разных там, вот, оплатить ваши насущные потребности в нашем замечательном супермаркете. Вань. Ваня, пошли отсюда, а? Ну и эту водку проклятую. Не-не-не, погоди, Митрич, мужик двух слов и говорит. Ну чего? Чего? Чего встали-то, аборигены? Подходим, угощаем. Угощайщик, а у тебя деньги-то есть? Ух ты, как. Вот. Пишу крахмал и дрожжи. Дрожжей нет. Дрожжей нет. Тогда чайник и оцинкованные ведра. Нет, две штуки только ведер. Давай все и швабру. Митрич, а, Митрич, а, помогай. А у тебя откуда деньги-то? Да так, в городе одну работу сделал. Где? Я стояла. Ну, я стоял. Зин, голова дырявая. Я же зачем еще приходил-то? Мне нужно 3 мешка комбикорма и 2 зимних пальта. Вань, нужно, а? Правда? Зина, записывай. Туфельки остались, последний размер румынские, хорошие такие, прям последний размер мой. Пожалуйста. Зина, да конечно, ну что? И сапожки возьми. А что встали-то, жиндос? Смокинг здесь, что ли, покупать будем? Я, по-моему, просил не называть меня жиндос. А, прости, я забыл. Евгений Андреевич. Да. Что стоим-то? У меня встреча здесь с одним человеком. Потом поедем за смокингами. А-а-а. Здесь продукты и выпивку купить можно. Понял. Слушай, я тогда за пивком сгоняю. Хорошо, ты не против? Только за. Ой. Слушай. Я забыл спросить. Тебе пиво брать? Спасибо. Я за рулем. А, и чё? И ничего. Это у вас в деревне можно пьяным рассекать. Чужие машины гробить. А в городе за это быстро права. Да. И чё? Слушай, ты. Я так понял, ты пиво брать не будешь? Не буду. Хорошо. О! Слушай, а где у вас, ну, это самое? Можно отлить. Там же, где и пиво купить. Удобно? Спасибо, Жиндос Андреевич. Черт возьми. Один в один, Егор. Даже не верится. Внешне, да. А внутренний Василий Васильевич. Село-село. Уверяю вас, то, что надо. Ну что ж, прекрасно. Прекрасно. Ах ты, ох ты! Бумаги? Почти все разобрали. А? Ты посмотри, неужели опоздала, а? Тетя Никитична, надо? А чего есть? А что нужно-то? А все нужно. Что есть-то? Что есть. А! Вот что есть! Фу ты! Вот свяжись с вами паразитами с утра-то!
Весь день наперекосяк пойдет. А так, Ванюша, и делай людям добра. Они тебя еще за это проклянут. Ладно, ладно, от вас не убудет. Так, Зинуля, беру я их. Возьму под пресс для помидор. Приспособлю. Ой. Опа. Под помидоры, под огурчики, под капусточку. Пойдет. Молодец. Хорошо. Ну, сударыня, господи, оглашайте приговор. 35 522 рубля. Спокойно. Ситуация под контролем. Прошу. Беги, сынок, беги. Я все хотел тебя спросить, Евгений. Почему ты решил шефа слить? Тебе что, Будылин мало платил? Да нет, много. Ну и в чем же дело? Всегда есть тот, кто заплатит больше. Угу. Жендос, я на тебя тоже взял. Ну, вдруг передумаешь. Ага. И где ж ты эту хренотень выкопал, а? Митрич, я же рассказывал. В городе одну шабашку сделал. Со мной такой карточкой расплатились. Ее в банкомат засовывают, она выдает деньги. Может, в городе это и так. А у нас здесь ты эту хренотень можешь себе в одно место засунуть. Так я не уверен, что она тебе денег выдаст. А? Куда ты... Будешь, а? Да. Ну ты... Че, с трактором-то делать будете? А что с ним делать? А, мужики, будить с него будут. А пацанам в речку сигать. А ты о нем не грусти, Вань. Тебе за это еще спасибо скажут. Ну что, клюет? Я. Нет? А так? Ой, Гришенька, добрым здоровьем. А мы вот тут освежиться решили. А, ну, дело хорошее. О, и Мишуни с тобой. Здравствуй, сынок. Здорово. По какому праву? Что вы себе позволяете? Кто вы? Ванюш, ты что, и Гришку не помнишь? Гришку такую рожу забудешь. Ну все, трындец. Ты это сейчас забудешь. Ну что, рыбачок, нам тут с тобой на днях покалякать-то не дали. Я бы попросил. По какому праву? О. Не надо, болезненный он психический. Ты так ему вчера полголовы отбил. Дед, не могу. Меня с детства учат не бросать на половине начатое дело. Давай мне. Чё? Господа! У вас будут серьезные проблемы. У господ проблем не бывает. Ha ha ha!
чем психический. Я предупреждал. Я тебе сейчас эту предупреждалку на одно место натяну. Понял? Скальпы снимать. Согласитесь, Савельевич, наши с господином Мацумото аргументы практически неоспоримы. Да мне-то ваши аргументы нравятся, но я-то, как председатель госкомиссии, не могу принимать поспешных решений. К тому же у Будылина очень крепкие позиции. Собственное производство и создание рабочих мест. А вот и господин Будылин. Добрый. Что-то случилось, Егор? А что? Ты сегодня на себя не похож. Похож, не похож. А какое твое дело? Только не надо нервничать. Никто еще не начинал нервничать. До дна. Господин Мацумото говорит, что он уважает русскую водку, но больше любит саке. И видите, вашему это Мамото, что хорошую водку саке не назовут. Можно вас на минуточку? Мужик, вот ко мне весь вечер цепляешься. Я тебе что же, должен, что ли? Смотри, я ведь могу обидеться. Слушай, ты колхозничек. Ты варежку свою не развивай. Пьешь, пей. И не влазь, как тут старше разговаривают. Ты меня понял? Зря ты так, мужик. Я обиделся. Василий Васильевич! Что это было, блин? Василий Васильевич, ну вы же видите, этот идиот пьян в стельку. Знаешь что, Женя? Мне эти игры надоели! Тихо! Да! Егор! Звони по поводу заказа! Не видать тебе тендера, как своих ушей! Ой, куда? Туда, давай! Ты что такое вообще майкает? А может, не надо, Василий Васильевич? Я все исправлю, обещаю. А что ты хотел, а? Бизнес есть бизнес. Звони! Леончик, иди ко мне. Иди, маленький, иди сюда, иди, мой хороший. Вот, ти-ти-ти-ти-ти-ти. Шеф-повар слушает. Алло, здравствуйте, я у вас заказывал столик. На чье имя? Егор Будылин. А, да. А что вы хотели? Я хотел бы подтвердить заказ. В этом нет необходимости. Ваш заказ принят, уже практически готов. Всего доброго.
серьезный. Ну, прямо не будни, а чистое кино, а? И где ты, Вань, так драться научился, а? Ух, в городе. Ну, выл сел, глубоко, наверное. Это на века. Еще наши потомки любоваться будут. Ой, ой. Погоди, Дмитрич! Дмитрич, погоди, рано купаться-то! Добрый раз! Добрый раз! Ну, я плавать умею! Ваня, поверь мне, лучше втопнуть! Куда? Братик! Как тебе стыдно? Ему стыдно сильно! Очень даже стыдно! Он знает по вроде, чьи деньги стырил! Кир! Кир, прости меня, пожалуйста! Соня, лучше на глаза больше не попадайся! А то тебя покалечут! Верну все! Зин, ну, есть у меня деньги, ну! Господи! Откуда у тебя деньги-то у такого? Клоун ты! Ты слышишь себя, что ты говоришь-то? Ты будьте вы прокляты! Алкаши! Будь! Проклятые! Зина! Ой! Зин! Зин, ну... Вань! Ты ко мне не приходи больше. Нет у меня к тебе доверия. И не будет. Никогда. Дмитрич, а? Знаешь что? Знаю. Господдержка кончилась. Переходим на самопал. Mm. Убери руки, сказала. Ой, какие мы нежные. Животные. Бесчувственные. Ничего не... Процелывание. Ушло. Нет, а? Даже не смотри на меня. Поставь на место, Егор! Отстань, маньяк! Куда? О! Ой! Ступеньки поставили без разрешения! Света! Света! Сложный гарнирчик попался. Ваш заказ упакован. Мертвый. Эй! О, слава тебе, Господи! Очухался. А я уж думал, все, крякнул наш Ванька. Где я? Ну, в данный момент вроде как на прополке. Нет, я серьезно. Ну, если серьезно, то на велосипеде. Зачем я на нем? Так мы когда с тобой вчера третью приговорили, ты начал в город собираться. Кричал, что у тебя миллионное дело.
вертолет в опасности и прочую хренотень. Надо было так напиться. Ну, а когда я тебе такси вызвать отказался, ты вон на свой велик скок и в город стартанул. А как же ты меня нашел? Да ты практически и финишировал. Сразу. Господи, зачем же вы здесь так много пьете, а? А я совсем думал, что оно такое? Ой, ты давай, давай. Ну, я не мог ничего не сказать. А уж тобой нечего славы. Ты как начал меня, как начал меня. И то, и то, и то. Я тебе говорю, все. С добрым утром, что ли? А я тут сок принес из фреша. Свет. Свет, ну, ты обиделась, да? Ну, вообще, по делу, по делу. Потому что, ну, конечно, виноват. Но ведь не я один виноват-то. Шампанское, будь оно неладно. Покопил вино с водкой, был как огурец. Один бокал шампанского. Все, коматозе. Света. Ну что такое? Короче, так. Я был неправ. Я виноват. Прости меня, если сможешь. Будылин, ты не заболел? Ну, есть немножко после вчерашнего. А что? Ты ни разу в жизни ни за что не просил у меня прощения. Никогда. Да? Ну, значит, я и здесь виноват. Ты за это меня прости. А то сушняк по утру, не знаю почему, может быть давление, а может прятва на солнце, будь они дела. Ну, мать с Богом! Видать, ты чё всю батюшку принял? Здрасте, Настя, как зачем? Богоугодное дело делаем, как же без батюшки? Я тебе сейчас дам водиться напиться. Козлище ты смердящее, залезал ты. Ты покайся, не сваливайся мне на пятна на святили нашим. Отдынь, а то проклину сейчас нахрен. Господи, прости меня тоже. Ну, пошли! Давай! Ну, пошел! Ну! Ну, пошел! Пошел! Давай! Давай! Ой, пошли! Ну, пошел! Ну! Давай!
Вместе помогли! Совести у тебя нет! Ты хоть знаешь, что бычки-то не слушаются? А ты что, в мире животных, что ли, работаешь? Зря ты их так видишь. Бычки, они как люди. Ласку любят, красоту. А ты хворостина. А где же я тебе красоту найду? А? Ну, да. Вы продолжаете смотреть технически аналитическую программу «Ноу-хау». Сегодня мы говорим о вертолетах. Наш эксперт, господин Потапов, убедительно доказал нам превосходство японской техники над отечественной. В это же самое время его оппонент, господин Будылин, так и не пришел. Что и неудивительно. Обычная русская расхлябанность. Они бы и вертолеты так делали, если бы им доверили. А вот и он! Встречайте! Ярый сторонник отечественной техники, предприниматель Егор Будылин! Говорится, не так страшен черт, как наша пенсия. Вот праздник так праздник. Погоди, погоди, Митрич, тут вот еще только полдела, а ремонт, покраска. Гришка, троса снимай. Так надо понимать, банкет отменяется. Митрич, да. Классная машина. Иди сюда. Вот если бы нам такое село. А вы что, Егор Алексеевич, в селе живете, а? Нет, я имел в виду, ну, общероссийское село, как таковое. Да. Это же, какую бы пользу он мог принести? Егор Алексеевич, а что вы скажете по поводу японских аналогов? Да что не понимают японцы в авиации, ёлкин дрын. Ты хоть один самолет японский знаешь? Я нет, не знаешь. А ты? Ну, как сказать? Ты же не знаешь. Народ, а вы знаете хотя бы один японский самолет, название? Не стесняйтесь, ну говорите, ну. Не знаю. Так что клепайте свои телевизоры. Тут ума много не нужно. Авиация – это сугубо наша российская забота. А если вам мало, что он такой красивый до одурения, смотрите, какие лопасти у него огромные, большие, широкие. О, и если мало, загляните в салон. Открывается. Легко идет. Не то, что у этих заграничных. Смотрите, в салоне красота, все удобно. Ну, а сиденье?
мягкое, мягкое сиденье. Все видите? Кнопочки, пожалуйста, все тумбли рвать. Что вы делаете? Выключите! Выключите немедленно! Беги, если я сказал так! Егору Алексеевичу слава, слава, слава! Ура! Увеличиваю всем зарплату в 10 раз! Спасибо! Проходите! Спасибо! За магазин, прости. Ты чего? Я больше уж не злюсь давно. Ага. Баб тем более. Все вещи в магазин вернули. Так что... А ты, небось, устал, да? Ну, есть маленькая. Голодный, небось? Вот... Не то слово. Ну, ну... мне сполоснуться бы надо. А, сейчас, мигом, мигом. Давай. Подожди, куда ты? Тяжело. А ты рубаху снимай давай. Я говорю, рубаху снимай. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруга, тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы я ни бывал, дотронуться сердцем не трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Звездная память друг друга, мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Yeah.
эхо друг друга. Мы эхо, эхо, мы эхо, эхо, мы долгое эхо друг друга. Шеф-повар слушает. Это что у вас здесь случилось, да, Ванюш? Да. Вань, да, на-ка. Да. А, газетку. Да. Ну, чего там? Чего? Ой! Что случилось-то, Вань? Чего это он? Ой, о, Господи. Ты куда это, Вань? Куда ты едешь-то? Что случилось-то, Ванюш? Подожди, подожди, Никита. Ваня, подожди, Ваня! Все, добегался крестьянин. Забирай. Замечательная машина. Когда механизм включен, снимать ее не рекомендуется. Рванет, мало не покажется. Чик, работает. Чик, не работает. Ты смотри-ка. Давай. Очнулся. Во здоровье. Доброе утро. Доброе утро. Жень. Объясни, что происходит? Здесь, Ванюша, происходит торжество справедливости. Ты пьянь деревенская. Ты мне чуть такую комбинацию не сорвал. И сейчас ты за это ответишь. Жень, я Егор. Егор? Егор! Ты это Свете своей скажи. Ей, по-моему, все равно, с кем в постель ложиться. А Егор Алексеевич, пусть навоз месит. Ему, по-моему, ничего другого не остается. Да? Да.
Да как ты... Да как ты смеешь? Надоел. Браток, а чё у тебя там? Прости, браток, но ты теперь тоже без надобности. Как ты там говорил, чик и работает? Действительно работает. Быстро в машину, опаздываем! Девочки, спинки держать! Так, хорошо. Мать-то ваша где? Краситься! О, мать ваша! Нашла время, ну! Нашла! Но не могла же я появиться на людях растрепанной! А? 3-4 женщины в доме, никакого расписания! Поехали! Прекрати, Зинаида! Кому сказал? Куда он денется, Ванька твой? Ну-ка дай, дай мне его писульку. Ага, так. Я не я, но любовь безгранична. Скоро вернусь. Скоро вернусь. Не адреса, не телефона. Я же день нет. Нашкодил, понимаешь, это любовь безгранична. Я не я. Я не я. Мать честная. Господи! Ваня! Ваня. О! Написано Егор. Не он. Егор. Так написано Егор. А вы откуда такие будете любознательные, а? Да. А мы это... Так мы, сынок, оттуда, откуда и вы. Из России. Или вы приезжие? Ну-ка, предъявите-ка документики. Да ладно, ты пуколку-то убери. Черт! Ты бы, сынок, на греха не лаялся. От греха подальше. Я сказал документы. А, ну... так мы в попыхах собирались. Ну нет у нас документов. И в заключение, господа, я хочу, чтобы вы знали, я ни в коей мере не против развития российского вертолета, но на это нужно время, и время немалое. А нашему МЧС и сельскому хозяйству эти маленькие мобильные вертолеты необходимы именно сейчас. И мы с господином Мацувата готовы их представить в самое кратчайшее время. Спасибо. У меня все. О, а вот и Егор Алексеевич. Господин Бутырин, прошу вас, вам слово. Господа, разрешите мне как доверенному лицу господина Бутырина сказать пару слов. Спасибо. Все мы знаем, что Егор Алексеевич человек дела. Так не лучше ли ему лично продемонстрировать нам все возможности нашего отечественного вертолета? Я думаю, после этого все вопросы будут сняты. Действительно, Егор Алексеевич, поднимай машину в воздух. Это будет лучшей защитой твоего проекта. Я? Ну а в чем дело? Какие-то проблемы? Лечу с тобой. Я... Егор, ну пожалуйста, ну ты мне много раз обещала. Я не могу взять грех на душу. Спасибо. Егор, я все помню. Спасибо.
Не надо, пожалуйста, не надо, а? Егор, что случилось? Что ты боюсь? Недавно. Ай! Мать, моя женщина! Егор, да что с тобой? Да не Егор я, понимаешь? Поменять бы все. Егор, что ты так говоришь? Видишь, вот, на, посмотри, вот, небось красоты такой, Егор, нету! Руль возьми! Возьми руль, говорю, дура! Старших, сынки, надо слушать, а то видите, что получается. Мать честная, а мы туда приехали? Туда. Ваня! Куда? Ванюша! Ваня! Ванюша! Ванюша! Вань, терпи, терпи! Пошло, знай наших! Ваня! Ванюша! А что это такое? Бомба! Бомба! Она родимая. Один приятель подарил. Хочу вас с ним встретиться, боюсь, не успею. Ну, чего стоите? Чего так долго? Давайте, развязывайте. Сейчас, Ванюша, сейчас мы тебя развяжем. Руки сжите! Да подожди ты! Это не папа. Ты говорила, на папу не похож. Но это же очевидно, он не наш папа. Согласна. Что-то пока не очень убедительно. Честно говоря, да. И если уж такой ас, как Бутылин, не в состоянии справиться с управлением, то я даже не знаю, что и... Ну, тут все понятно. Явные недоработки в аэродинамических расчетах, это совершенно очевидно. Но он проигрывает. Да подожди ты! Ну что ж, господа, по-моему, самое время увидеть в деле японский аналог. Мацумото-сан. Он что, выпал, что ли? Боже мой! Кто ж там остался? В кабине! Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за опоздание и убедительная просьба подождать меня, я так думаю, минут пять, да? Да? Не больше. Жень? Женя? Женечка, сынок! Пошел вон. Все равно не жить тебе, сорву к чертям собачьим! Забирай людей и уходи, через три минуты рванет. Понимаешь, воронка здесь будет. Как хочешь, Егор. Я тебя не брошу. Пошел вон! Все, кончено, понимаешь? Все, приехали! Ха-ха! Что-то японца на цепь посадил. Ха-ха!
А я с этим городским в деревню пролесил. Выходит, что так. И как я не распознал. Но, как говорится, пуля дура, я туда. Ну, хрен Потапов, а не тендер. Сынки, бэ-бэ-то, текали отсюда. Да ты что, Дмитрич, все же закончилось. Не-не-не, все только начинается. Куда? Егор, прости меня, виноват я перед тобой. Да ладно, Вань, не извиняйся, я тоже хороший. Да? Ну, бывай тогда. Бывай! А, у Лики глаза зеленые, у Ники серые. Спасибо. Так, чего уж там? Кима, где, кто, ты что-нибудь понимаешь, нет? Ой, который слева или справа. Догоним, разберемся. Ага. Ой! Максим Камерер, с земли. Задание? Нет задания. Несчастный случай. Понимаю. Масаракш. А кто такой Масаракш?
какое небо странное. Горизонт уходит вверх. И вы живете внутри пузыря, головами в центр? Да. Корабль я потерял, а значит, мне отсюда не выбраться. Я считаю, ему место в гвардии. Дрянь! Мусор! В истории мира не было более отвратительного государства. Кто такие неизвестные отцы? Чиновники на службе народа. Хапуги, сибариты, садисты. Тебя обманули, Гай. Вас всех обманули. 20 лет их бесстыдно превращали в стадо послушных и тупых скотов. Эх, дети, детишки. Непутевые чада. Если чадо твое ослушается тебя, сотри его с лица земли. Где он? Я поймаю его. Мать! Разживем! Не надо кричать, вас никто не услышит. За мной! Назад! Мутант, он мне нужен для работы. Препарировать будешь? Обязательно. Живодер. Масаракш. А может мне уехать на недельку из Москвы? Уехать? Организуем. Мне как раз завтра мальчик один в Вологду уезжает. Мне тут в Вологду надо, по делу. Куда? В Вологду, с мальчиком. Какой мальчик? Владей. Думаю, поездка будет веселой. Алло, мистер суперагент? Ну, они поехали. У леса на опушке жила зима в избушке. Либо у меня паранойя, либо этот джип едет за нами уже минут 30. Точно. Пустите меня, пожалуйста. Конечно. Пришлось завалить кучу человек. Ты вообще драться-то умеешь? Умею. Этот человек у тебя из-под земли достанет. Вот дерьмо! Всегда такие проблемы. Почти. Оба на землю!